Сергей Петрович, я вас слушаю. Руслан, я так понимаю, наш разговор был тупым разводом. Почему? Да потому. Мне этот цирк в исполнении взрослого человека не нужен. Почему цирк-то? Вы, Сергей Петрович, определитесь. А то я вас слушаю плохо, не слушаю тоже плохо. Жданов, если ты решил врубить клоуна, пожалуйста, из себя клоуна я сделать не позволю. Что вы сделаете? Расторгнете со мной контракт? С вот этой вот формулировкой? Боюсь, не всем это понравится. Если ты намекаешь на брата, то мне по барабану. Если хочешь, пусть он тебя тренером назначает. Ну или сам тренирует. Мне такой хоккеист, как ты, в команде не нужен. То есть я плохой хоккеист? Нет. Ты, кстати, очень хороший хоккеист. Спасибо, Сергей Петрович. Не за что. Когда я пришел в клуб и посмотрел статистику, то думал, что ты мне поможешь. А я вот не помог. Увы. Просто привык всегда помогать сильным. Слабакам какой смысл помогать? Они рано или поздно сдуются. Пояснишь? Конечно. Вы, Сергей Петрович, всю жизнь за чужой счет выезжаете. Сборной за счет Стрельцова. Дали взрослую команду. Пол детского сада сюда притащили. Почему? Потому что детьми командуют легче. Кстати, о детях. Со своими не получается, так давайте в детдоме на прокат возьмем. Ни хрена себе. Это что такое сейчас было-то? Это прямая атака в голову. Матч, штраф и дисквалификация. Правильно, Иваныч? Молодежка. Взрослая жизнь. С понедельника по четверг в 20:00 на СТС.